Вряд ли. Кто еще не слышал о культовом сериале «Великолепный век»? Турецкий телесериал вышел на экраны в 2011 году и сразу покорил сердца миллионов зрителей. На создание сценария Мирала Акая вдохновили события времен Сулеймана Великолепного, правителя Османской империи, его сына Шехзаде Мустафу. В сериале сыграл Мехмед Гюнсур. Эта роль позволила артисту начать путь к завоеванию славы среди турецкого населения и прийти всемирной известности. Мехмед Гюнсур, или, как чаще говорят, Мехмед Гюнсур, биография которого может служить хрестоматийным примером удачи в жизни, великолепный актер, настоящая находка для турецкой киноиндустрии, талантливый продюсер, модель и успешный бизнесмен. Мехмед имеет запоминающуюся внешность благородного героя. Кроме того, он обладает высокими профессиональными актерскими качествами, невероятной харизмой и безграничным талантом кинематографической деятельности. Актер уверенно держится в кадре. Будущий артист родился 8 мая 1975 года в крупнейшем городе Турции, главном торговом и культурном центре Стамбуле. Отец мальчика, Теоман Гюнсур, занимается квантовой физикой, мать Сибель – преподаватель в престижном университете столицы. Что касается его личной жизни, актер всегда следит за собой, занимается спортом, в сети есть большое количество фотографий, которые любит выкладывать Мехмед. В 2006 году Мехмед женился на Катерине Моджо, биография которой тоже является интересным предметом для ознакомления. По словам актера, как-то раз приятель из маленького итальянского городка Лечче пригласил Мехмеда погостить у него пару дней. Актер с удовольствием согласился и отправился на вокзал за покупкой билетов. Там он и встретил свое счастье в личной жизни. Катерина Моджо – талантливый режиссер, занимается съемками документальных фильмов. Творческое начало позволило этим людям легко найти общий язык друг с другом. Свадьба прошла в 2006 году, когда Катерина уже была беременна. Сегодня у этой прекрасной пары трое детей – две дочки Хлоя и Майя, а также сын Алии.